Продолжаем играть в Ведьмака. Сложность Insane. Самый, ну, не самый, может, но один из самых хардкорных модов. Сейчас у нас задача сделать лекарство для Трис. Для этого нам нужно будет сейчас пройти на второй этаж замка и найти там все нужные ингредиенты. Так, нас тут ждет Ламберт. Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для... Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на втором этаже. В спальне на втором этаже в сундуке возьми кальций Экум. По виду он похож на белый камушек. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сумке. Это Мне нужно... Что про... Лео. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Бывай. Что-то как-то он не сильно отреагировал на смерть своего друга. Ну ладно. Так, мы получили все рекомендации. Теперь мы будем здесь везде все обшаривать и искать все вещи, которые можем найти. Мы будем собирать и потом это все продадим. Продадим, выпьем, смотря что попадется. В общем, найдем всяческое применение этому. Вот тут начались какие-то остатки монстров, этих людей, саламандров. Но они довольно-таки легко теперь умирают. Мы еще прокачали один скилл. И просто мы их разносим. Конечно, сейчас пока не кажется это все таким сложным. Но это только первая глава. Вот. Потерпите, но потом... Вы потом поймете, что это непростой мод. Я думаю, что и так уже поняли, что он достаточно интересный. Но это такая развлекаловка. Ну, это прикольно, конечно. О, я забыл, что у меня есть еще... наш удар. Ну вот, это, конечно, прикольно их убивать с ноударом, с этим знаком. Так, будем все везде собирать, всякие бочки, сундучки. Так, вот этот эликсир, это, по-моему, он выводит полностью всю, ну, всю интоксикацию. Очень полезный эликсир, мы его оставим на потом. Тут еще парочку саламандр. Видно, что они подсвечиваются. Мы везде как бы пошаримся. Библиотека тут. Вода. Вот чего-чего, для воды я даже не знаю, применение тут какое-то. Ну, это все игрушки. Голову труду. Правильно, нечего. И все. Так, вот бандитов мы всех убили.
еще пошаримся. Это нам все пригодится. Еще пару сундучков. Интересно. Вот у нас эликсиры тут есть еще. Оружейная какая-то. Еще какой-то сундук. Топорик. Но это мы все продадим. То есть это как бы... Тут рекомендуется собирать все оружие, которое... Ну, максимально, как получится. И все продавать. Ну... Книжки мы будем попутно просто прочитывать, чтобы они были, записи появлялись. Так. Сундук я тут забыл. Сундучок. Тут еще у нас химера. Вот эта химера нам понадобится для эликсира. Мы ее тоже обязательно прочитаем. Теперь с них можно снять коготь химеры и глаз химеры. Один это для эликсира, для Трис, а второй это для нас. Если мы выпьем этот эликсир, то мы получим дополнительный один бронзовый... Ну, одну бронзовую вот эту штуку, которая повышает нам наши статы. Медальон, что ли, он или как? Так, вон еще остатки там. Останки. Так, сейчас еще сходим к Трис наверх туда. Ну, точнее, она там будет потом лежать. Молочко. Все забираем. Так, тут у нас вино. Вино нам пригодится. Во-первых, любая алкашка, она тут добавляет некий такой квест. Ну, множество квестов включает. Где нужно будет перепивать своего соперника. И вот алкашку собирайте, она нам пригодится. Ничего нету. Цыпленок. Собираем все. Трис валяется. Сделано. Ингредиент. Отлично, я тебя сейчас научу. Тебе понадобится коготь сильного чудовища, а теперь... Привет. Что мне делать? Поговори с весь... Бывай. Мы получили все, что нам нужно, по идее. Теперь остается... Поговорить с Весемиром, и он нам скажет, что там валяется... Тебе у меня да. Ты можешь мне спир? Химера. Ты здесь? Я всегда хотя весь он под. А Трис не может.
Ты думаешь, Трис... Она... Так почему... Трис захотела бы использовать наши тайны в благих целях, чтобы лечить людей. Знаешь историю... Эске... Несравненный изобретатель, как он хотел использовать его в шахтах, но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гр... Понятно. Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. А Трис может и могла. Я не... Я по... Чем? Этот... Я так... Да. Все проходят? Увы, нет. Понятно. Испытания травы... Он там рассказывает нам... В лаборатории содержались... Про то, как становятся ведьмаками. Одно. Наше. Когда у тебя побелели травы, влияют на нервную систему. Так что магия должна контролировать. Нить... Я не знаю подробностей. Последний этап, но она позволяет тебе видеть в темноте. Интерес. Стерилизация. Изменения необратимы? Абсолютно. Расскажи мне про этот. Я. Да. Все. Увы. Да. Чем? Ты видел? Я. Ах, но обычно. Прощай. Ведьмак. Ведьмак Георгий. Так, говорим с Весемиром. Был. Наверху я нашел... Это не про... Хорошо, что ты... Кое-какое оборудование ей удалось спасти, но... Я знаю, наша... Ты хорошо все сделал. У тебя должна быть... Что да? Тебе понадобится ласточки на... Плюс коготь монстра, чтобы освежевать останки химер. Так вот, он нам дал... Ласточкино зелье, стальной ведьмачий меч, да? И куртку. А что придется? Где? По поводу алк. А есть? Когда-то был ты. Я не думал. Нас он пос. Быть не знаю. Можно? Конечно. Мы не знаю. Узнали немножко про Беремьора. Можно? Конечно. Ты уже защит. Когда-то здесь до битвы. Я так. Но не фа. Вы же походи здесь, волк. Можно? Не будем тратить время на эти все разговоры, они очень увеличат наше прохождение. Соответственно, и запись тоже, это как бы никому не нужно. Я думаю, сюжет вы уже тоже весь знаете. Кажется, ведьмаки всегда лучше управлялись с мечом, чем... Если не знаете, то лучше поиграть самим. Нам главное как бы вот боевую часть показать. Мне главное показать боевую часть. Так, химера. Нам рассказывают, что мы научились снимать трупов, с трупов. Ну вот, собственно, последний ингредиент. Вот ведьмаку немножко не хватает нелинейности, чтобы он мог там куда-то отойти, вот как-то путешествовать по миру. Вот, честно говоря, меня сильно вот разочаровало в том, что в ведьмаке, что он довольно-таки линеен. Хоть и есть как бы варианты ответов, там вот это все круто. Но вот с точки зрения передвижения персонажа по игровому миру, то он какой-то небольшой, по-моему. Но, конечно, сделать большую игру такую, это сложно, конечно, будет. Приходится чем-то платить. Ладно, все. До следующей связи.